Итак, ребят, всем привет. Я начинаю свой влог. Сейчас я планирую передвинуться, знаете куда? Я планирую передвинуться в детскую. Мне нужно там кровать заправить и начинать для вас влог снимать. Потому что я уже давно влоги не снимаю. Последний влог я не знаю, когда был. Вот, а еще, друзья, причем вот как выглядит это все. Вот так вот выглядит наша комната и одежда. Сейчас мы пойдем с вами в мою комнату. Вот, кстати, ребят, я заметила то, что вот так вот все это выглядит, да? Это заметно. У меня здесь темно. Та-дам! Да будет свет. Так вот, весь рунтур. Доволен? Я вам показываю все. А еще прикол. Я вот тут вот снимаю гардеробную. Да. И сегодня еще будет влог. Не знаю, правда, про что. Вот. Сегодня еще будет влог про то, как я рисую, но мне надо заправить кровать. И я вам буду показывать, как я ее заправляю. Кстати, ребятки, я заметила, что вы мне часто делаете выговор. У меня еще просто сегодня месячные начались. Поэтому я снимаю этот влог. Вот. Я в телеграм-канале не сказала, конечно, но какой смысл говорить? Вот. Да и парня у меня особо нету, так что так вот. Я девочка опрометчивая. А еще я вчера у папы узнала, сколько стоит наш телевизор, который мы купили. И совпадение, он стоит 150 или где-то 100, или 160, я не помню. По-моему, 150. Или я точно не помню, надо сегодня у папы спросить. Вот, сейчас будем в моей комнате делать обзор. Да. Хотя цена не резкая, но... Да. Кстати, прикол. Вчера я в черном была, а сегодня я в ярком. Блин, я забыла причесаться. Ладно. Парня у меня нету. Я холостячка. Короче, вот так вот как-то. А, сколько телефон стоил? Вот этот первый. А, первый. 100 тысяч. Но, блин, цена такая огромная. А еще... Сейчас я поставлю. А еще прикол. Заметили, да? Вам заметно то, что я вот так вот выгляжу сегодня. Мое самое любимое занятие — это покривляться на камеру. Шучу. Короче, сейчас я буду приводить себя в порядок. Блин, это просто писец. Я отвечаю, друзья, это просто пипец. Я на своем первом канале до сих пор снимаю переписки. Хотя я думала, я поменяю контент. Я вчера всю ночь нервничала из-за того, что от меня пару человек отписалось. Вот. Но если ты смотришь это видео, подпишись на мой канал с переписками. Да. И, кстати, у меня еще прикол сегодня. У меня, кстати, сегодня эти дни начались. Ну, прикол, да? Прикол.
это просто... Я не знаю, ребят, это просто пипец, я отвечаю. Я выгляжу сейчас на лет 70, честно. Я как будто уже не девочка, а как будто уже женщина лет 30. А дальше вот еще прикол. У меня духи закончились. Я вчера нервничала, блин, полвечера. А только потом в 9, потом еще в 9 вечера я только успокоилась. К 9 я только успокоилась уже, когда мне родители сказали: да будут у тебя еще подписчики, не расстраивайся. Легко сказать не расстраиваться, когда я уже блогер 1,5 года, ну ёб твою мать. А дальше еще вот. Сейчас я буду расчесываться. Мне надо за расческой сгонять. А еще прикол. У меня там волосы отросли. Я просто не знаю. Ребят, а еще, блин, у меня волосы отросли. Я вчера из-за своего канала с переписками перенервничала. Переконтузилась. Короче, дела такие. Так, сейчас. У меня, правда, все в волосах. Но вот так вот. Меня еще с детства называли Рапунцель. Вот такая вот у меня кличка, блин. Ну не кличка, но псевдоним. Ну сразу скажу, девочкой быть сложно. Ну да. Кстати, хочу себе какого-нибудь красивого мальчика. Кстати, тот, кто смотрит этот влог, пожалуйста, напишите мне в чатик. Мальчики, пишите мне в чат. Да, кстати, пишите. Это, кстати, прямой эфир влоговский. Твою мать! Вы только посмотрите, у меня уже волосы пушистыми стали, а расческа моя вся в волосах. И знаете, в чем прикол? Твою дивизию. Я даже вот расстраиваться не буду. Знаете почему? Потому что я не знаю. Я расстроилась, если честно, очень расстроилась, когда узнала, что у меня уменьшение зрителей. Я из-за канала чуть истерику. А папа такой вчера приходит и говорит: дочь, покушай, иди. Я такая: нет, папа, у меня аппетита нету. А он такой: иди, я уже тебе бич-пакет заварил. А я такая: нет, я не хочу. Ну, короче, вот такая вот история, мать вашу. Я просто, я не знаю, я перенервничала. Блогером быть капец сложно. Блогером быть это вообще. Я особенно начала с 13 лет, вот это вот все, канал, вот это. Вот. Но меня уже несколько раз на Ютубе блокировали. Это какая-то хрень, я отвечаю. И еще плюс. И да, я знаю. Если что, после этого видео, пускай мне красивые пацаны пишут, что типа, да, я вот такая вот красотка. Если вот так вот, я даже сделаю. Сейчас я расческу отнесу. Мне надо почистить. А еще вот так вот я выгляжу. Сейчас я приду, ребят. Подожди. А вот и я. Нурайка Соловьева. Шучу. Короче, так как мне лет 15, и я уже не маленькая, поэтому я вам буду рассказывать, как есть. Вот, кстати, моя сумка. Сегодня я вам покажу весь свой день. А-а-а, просто распирает! Ну так что, начнем. Ёптель-моптель, я сейчас вспомнила. Это же моя сумочка.
Ну да, моя. Блин, я там резинку оставила в своей комнате. Ладно, нет смысла уже. Видите, какая я взрослая? Даже на камере будет видно. Короче, сейчас я для вас запишу небольшой такой влог. Вот, сейчас я вам все покажу, что лежит в моей сумке. Я помню, что я вам снимала уже этот влог, но я хочу еще поснимать. Что-то у меня стимул проснулся снимать влоги. Итак, дальше. Вот это... Я вот когда в деревню ездила, мне вот этот крабик подарили. Видите? Я могу сейчас вот этим крабиком волосы заколоть. Вот. Вот какой смысл, да? Ну, я думаю, я их могу заколоть. Даже если мне это, ну, не знаю. Короче, вот он. Дальше. Но это еще не все. Так. Сегодня я покажу вам весь свой обзор. Дальше. То, что у меня лежит, это заколочка такая. Вот. Она такая красивенькая, такая с бусинками. Мне ее в деревне бабушка дала или тетенька. У меня крестной мамы нету, так что вот так вот. У меня только бабушка есть, а крестной мамы нету. У меня вообще с детства не было крестниц. А вот духи, которые уже кончились. Хотя я помню, что я их... Я не помню. Иди, твою мать. Я помню, что я... Ага, они кончились. Блин, надо еще заказать. Я вот привыкла вот эти духи носить. Эй, что-то я на камеру не почистялась показывать. Короче, вот. Это духи. Они со сладким ароматом. Я обожаю сладкий аромат. Интересно, сколько они стоят? Надеюсь, они стоят 1500 или, может, даже больше. Или, может быть, евро. Хотя, видите, пустой флакон. Я их закончила. Блин, ребята, я их закончила. Прикиньте, я не знаю, я как-то умудрилась их закончить. Ну, ничего. Мне мама, короче, новые духишки закажет. Вот. Короче, она мне новые духишки закажет. Я уже знаю, я уже в курсе. Да? Уже в курсе всего. Так вот. И еще, ребят. Они называются Beauty Cafe Caprice. Мне, кстати, они нравятся. И еще. Beautiful Rain. 1, 2, 3, 4, 5. Блин, я не шарю за английский. Короче, мне надо в школу Англии пойти учиться. То это позор. Не знать английский. Стыдопа. Ну, духи то, что кончились. Блин, я новые хочу. Но я у мамы попросила, я думаю, она закажет. Потому что мне новых духов как раз-таки не хватает. Я уже сколько у нее просила. Я уже новые хочу. Уже наконец-то. А знаете, я хочу еще вот с таким вот флаконом. Сейчас вам покажу. Вот с таким вот флакончиком. Кстати, плюс еще пахнет. Ну, не знаю, может, на видео это не передать, но мне кажется, нормально. Ну, дальше. Так, вот этот отдел я уже как бы заканчиваю, да? Так, ребят, сейчас вам покажу еще.
Это, кстати, ключ от квартиры. Вот видите. Ну ладно, сейчас я вам еще покажу свою косметичку. Вот так, вытаскиваю все. Сейчас я вам все буду показывать. И тушь, и помаду, и короче, и деньги, и все. Сейчас я, блин, кстати, мне нужна уже новая помада, потому что вот эта вот помада, она сломалась. Я скажу больше, мне нужна помада, знаете, такая дорогущая. Скажу маме, пускай она мне новую помаду покупает, а то вот эта вот уже сломалась. У меня вот эта помада сломана, блин, вот. Я не обратила внимания, когда снимала влог с самого начала. Интересно, а как так? Блин, я не знаю, она, знаете, она сломалась у меня. Я у мамы хочу новую помаду попросить. Чтобы она мне новую помаду купила. А то вот это вот уже сломалось. И еще, я думаю, она будет стоить. Тысяч или может быть даже больше, хотя я знаю, что косметика столько не стоит, но блин, короче, у меня вот эта помада сломалась и мне нужна новая помада. Я не знаю, как об этом сказать маме, типа: мам, купи мне новую помаду. Да не, ну отлично, я так скажу, отлично. Когда я скажу: мам, купи мне помаду вот такую, потому что вот эта помада у меня уже, как вы видите, сломалась. Ее уже не починишь. Она уже вся развалилась. Кстати, вот ключ. И прикол в том, что я на третьем этаже живу. Хотя я всегда мечтала на пятом. Потому что мое любимое число — это 5. Я мечтала жить на пятом этаже, иметь квартиру под номером 5. Иметь 5-й айфон. Ну, как-то вот так вот. Я мечтала все взять под номером 5. На 5-м этаже квартиру под номером 5 получить. И особенно айфон под номером 5 получить тоже. Ну, видимо, вот так вот. А еще... Вот. Это блеск. Я им крашу губки, когда куда-то пахнет. Я не знаю, может быть, через видео это не передастся, но... Блин, пахнет конфетой. Но она, к сожалению, несъедобная. Блин, блин, был бы этот блеск съедобным, я бы его сейчас съела. А так он какой-то не очень. Ну, тут надо... Тут, короче, надо намазюкать. Все. И, короче, вот так. Еще плюс. Так. Так, вот эту сломанную помаду надо убрать. Сейчас. Потому что что она в моей сумке зря валяется? Или ладно? Или...
помада испачкалась. Короче, какая-то хрень происходит. Ладно. Сломанную помаду я убрала. Короче, вот. Это тушь для ресниц. Я уже серьезно начала косметикой пользоваться. Вот такая тушь. Короче, берешь эту тушь и красишь на своих глазках реснички. Только аккуратно, чтобы не задеть. Вот. Короче, объясняю многим людям для тех, кто это не умеет. Не закрывается эта тушь. Короче, я не знаю, за какую цену мне мама заказала ее. Надеюсь, вот эта вот тушь, она дорогая, и мне ее на полгода хватит. И еще, для тех, кто не знает, как красить ресницы, объясняю. Объясняю. Для тех, кто не знает, как реснички красить. Вот. Объясняю для самых важных людей. Во-первых, берете тушь в руку и открываете. И потихоньку начинаете красить свои глаза. Только вот красьте так, чтобы не задеть ваши глаза. И надо красить потихоньку, не торопясь. Ну, примерно где-то вот так. Вот. Только реснички красить. Сейчас я вам пальцем показываю пока. Вот. Ну, вот так вот. Когда вы красите ресницы, вы, главное, глаз не заденьте. Потому что во время макияжа не нужно ничего задевать. Особенно это касается девочек. Ну, мальчикам это неинтересно. Ну, хотя зачем мальчикам косметика? Это будет странно. Ну, показываю это для девочек особенно. Вот. Красим ресницы аккуратно, не задевая зрачки, не задевая глаза. Короче, вот так вот. Красим аккуратно, равномерно, чтобы у вас получились красивые стрелочки или реснички. А сейчас мы будем кровать мою заправлять вместе с вами. И все, на этом, считайте, наш влог закончится. Так что я сейчас все буду складывать в свою сумочку. Блеск. Ну, это все, что у меня есть. Далее, ключ у меня хранится в том отделе, где лежит телефон. И, кстати, хочу я маму попросить купить мне новую помаду. Так, сейчас. Потому что вон та помада у меня уже испортилась, она уже сломалась. Мне новая помада нужна, блин. А еще мне новые духи нужны. Потому что вот эти уже закончились. Короче, все свои атрибуты я буду складывать сюда. Ну что, идемте со мной. Я вот так вот держу, чтобы чехол не испачкать. Беру я свои атрибуты и, короче, обмываю их. Так вот.
Так, там я снимать не буду, там вещи, стирка. Вот, я сниму процесс, как я буду мыть руки. Это, короче, весь процесс. Ребята. И идемте, будем мою кровать заправлять. Сейчас я включу свет. Нужна подставка. Сейчас я свою кроватку заправлю. Потом буду влог для вас прикольный снимать. Смотрите, как это все будет выглядеть. Сотворили чудес, друзья! Ну а на этом мой влог заканчивается. Спасибо, что досмотрели его до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Я вас люблю. Пока!